Здравствуйте, друзья. Сегодня к нам поступил принтер Xerox Passer 3100. Клиент жалуется, что у него мажет картридж при печати. Проблема с картриджем. Вот где тестовый отпечаток. Ну, судоку я с принтера распечатал. Здесь на видео плохо видно, я сейчас прикреплю фотографии. Что это за дефект? Мы уже давно разобрались с этими проблемами, когда двоит изображение, особенно на Xerox 3210-3220 с картриджами. Это проблема в ракеле. В ходе разборки картриджа сейчас все объясню, покажу. Начнем. Вся проблема в ракеле. Он плохо счищает с барабана, соответственно, барабан все это на грязь с отстойника на лист передает. Ну и запекает дальше. Сейчас я на видео не видно будет, я сейчас вам фотографию покажу, что происходит с ракелями. Чиститесь здесь, хоть зачиститесь. Проблема здесь в том, что со временем загибает. То есть он вот здесь загибается. И, соответственно, он не может плотно прилегать к барабану, потому что он загнут. Нам в данном случае надо заменить ракель на ровный. Смазываем тальком и устанавливаем рабочий ракель, ровный, так скажем. Такая проблема встречается в основном на картриджах Samsung Xerox из-за ракелей, которые загибают очень сильно в ходе эксплуатации. Полиуретан просто стареет, потому что барабан же прижимает его здесь, кромку. Ну и полиуретан со временем начинает подстраиваться под барабан, так скажем, прогибаться. Мы раньше очень долго боролись с этой проблемой, думали, в чем проблема, в итоге путем тестов, замен деталей, казалось, что вся проблема в ракеле. Пойдем проверять. Проверяем. Все, проблема ушла. Сейчас я покажу на фотке, потому что камера не передается и резкости, четкости. Напечатать чистенько, просто идеально. Все. На этом все. Дефект печати устранен. Всем спасибо. До свидания.